Привет всем! Сегодня у нас в ремонте Dodge Caliber. Так, что мы имеем? У нас, значит, поломанный бампер. Его паять будем. Заднее крыло помято. Будем равнять. Так, передняя дверь. Интересно, помято. Какие-то столбики с порогом вместе. Это мы будем менять. Ремонтировать здесь толку нету. Так, крылышко переднее правое не ремонтируется. Капот на замену, бампер на замену. Левое крыло тоже. Короче, вся морда меняется. Ну вот, разобрали машину, но начать я решил с заднего крыла, чем попроще. Но снял бампер, как видим, повреждения еще есть под бампером. И вот этот порог тоже, как видите, двери поснимал. Весь такой пожмыханный. 100% снять будем весь. Но начиная с крыла, буду вырезать вот эту часть. Вот внутри чуть подмято, легче будет выровнять. Ну и крыло будет получше подход. А это выровняем на столе. Подровнял. Остальное, где надо, погреем споттером. Вот, не везде можно подойти. Вот, осталось эту нижнюю часть. Вот такую конструкцию я придумал, чтоб не цеплять и не ставить из этого на стенд. Вот. И она у меня сработало. Чуть-чуть допратом, чуть-чуть выломать. Вот она растягивается, потом остальное молоточком доровняем. Вот. Эта штука на месте. Крыло подровняли. Эту фигню тоже подровняли. Вот я ее и приварил. Вот, крыло сварено, сейчас можно приступать к порогу. Но померил бампер, фонарь. Все вроде бы подходит, бампер спаял. Ну, приступаю к порогу. Сделал метки, где буду резать. Снимаю только верхнюю часть металла. Ну вот, сняли. Внутри как бы все хорошо. Вот этот порожечек, мы его туда и варим. Варивать буду. Это вот, смотри, я загрунтовал, было чуть ржавое, обработал. Вот. Вариваю внахлёст, ничего здесь страшного нету. Миллиметр поднимется. Вот. Ровненько. Ну вот, приварил порог, примеряю двери. Двери мне привезли передние, иди ты нафиг, других не нашли. Рамка мятая, деформирован так довольно таки не слабо. Решил я рамку поменять и поставить от старой двери, то есть из двух сделать одну. Сначала обрезал так, но убедился, что здесь она вся вывернута, рамка. И решил резать под корень, под молдинг. Вот от старой двери отрезал, приложил, посмотрел. И обрезал на этой двери. Ну вот сейчас обрезаю, подгоняю
и свариваю. Вот. Сварил, зачистил, потом зашпаклюю и покрашу. Зазор нормальный, все пучком. Ну и шов под молдингом. Но буду приступать переду, к самой интересной части этого ремонта. Что-то есть от донора, что-то придется мудрить. Особенно с этими рогами, как я их называю. Вот с этими. Вот эти рога будем из этих двух делать один. Вот это я от донора взял. Тут проблем не было. Взял, приварил, померил. Свариваю вместе с крылом, чтобы потом не было недоразумений. Вот, тут все красиво. С другой стороны похуже. Там этого рога нету. Буду делать из трех частей, наверное. Из кусков, короче. Ну, вот отрезал верхний кусок. Перекрутил поперечину, чтобы было расстояние нужное. Выставил по уровню. Ну и тогда свариваю остальные части этого элемента. Ну вот, как видите, три куска получилось как раз. Все это сварил, зачистил. Отшпаклюю, покрашу. Там ее хоть не сильно видно, но чуть-чуть видно. Ну вот сейчас скручиваю все элементы. Фары, бампер. Ну и как видите, машина к покраске готова. Красить буду сам. Поэтому начну проема. Вот он подшпаклеванный, загрунтованный, затертый. Ну и дверьку снутри и рамку покрашу. Вот. Ну вот покрасил, сейчас здесь все соберу, двери накину и тогда покрашу поверху. Вот капот, крылья загрунтованы. Дверь, на удивление, грунтовать не надо. В хорошем состоянии, кроме рамки. Ну вот. Начинаю краску. Крашу сразу изнутри и снаружи, чтобы по 10 раз не отклеивать машину. Вот она уже и покрашена. Покрашена, собрана. И можно на ней кататься. Ну что, вспомним. Вот такая она была. И вот такая она сейчас. Ну, с вами был Артур. Желаю всем удачи. Не забывайте подписываться. Всем пока. До скорых встреч.